Со 2 марта возобновятся утренние авиарейсы из Чебоксар в Москву и обратно. Согласно обновленному расписанию рейсов Чебоксарского аэропорта, утренние авиарейсы в Домодедово будут осуществляться 3 раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам. Из Чебоксар в Москву вылет в 9:35 утра, прилет в 11 часов. Из Москвы в Чебоксары вылет в 7:30 утра, прилет в 8:55. Как и прежде, полеты будет осуществлять авиакомпания «Руслайн» на 50-местном самолете «Серджи-200». Стоимость билетов на утренние рейсы составит от 6 до 14,5 тысяч рублей. Пока эти рейсы будут открыты до 28 марта. Данный перевозчик также совершает вечерние авиарейсы из Чебоксар в столицу России 6 раз в неделю, кроме субботы. Ну и по-прежнему из столицы республики улететь можно в Уфу, Самару, Оренбург в рамках программы развития региональных перевозок.